А вот я думаю, почему, вот мы же помним вот эти времена 60-е, когда вы, вот вы народный артист, а вы были народные художники, ну, не по званию, которое давалось Союзом писателей, а ну, вы же помните, что собирали стадионы, и там был Ахмадулина, который вы писали, и там Евтушенко. А почему сейчас вот рифмованное слово не собирает стадионы? Как вот вы считаете? И вы знаете, я считаю, что... Я, во-первых, не знаю, собирают или нет, потому что я не живу здесь. Можно собрать стадион. Можно? Можно. Я, знаете, вот я не говорю про себя. Угу. Была передача у нас с Виктяком. Я читал свои стихи, мне снился сон. Да. Он режиссировал, он просил, он разбирался в моих стихах. И как бы прямо на глазах у зрителей показывал, подсказывал, просил. И я выполнял то, что он просил. Я читал стихи. Но это были не стихи. Это была моя жизнь, о которой я не каждый день твержу. Я могу один раз собраться и про это сказать, но ничего не выдумываю. Угу. Надо идти не читать стихи наизусть. А зачем ты стал их читать? Я, например, я люблю Маяковского очень. Я извиняюсь, Маяковский, я его читаю так, как это... Сегодня можно читать. Сегодня. Угу. А вы знаете, что, ну, собственно, вы, естественно, знаете. Нужно. А? Нужно читать. Нужно читать Маяковского? Там, да. Я за. Мой любимый поэт. Я считаю, совершенно несправедливо забытый. Угу. Грандиозная фигура. Лирик. Поэт. Фантастический. Он вытаскивает из себя... Слова, которые должны прозвучать впервые. Ему стыдно долдонить на языке полоничьих лириков. И он не выдумал язык, он говорит нашим языком, которым мы говорим, но как? Как он видит? Угу. Этот язык может выразить все. Ну, мы же с вами говорили, что вам часто приписывают, еще ко всему прочему, что и ну, вы... Ну, сейчас пишут. Ко мне пришла Камбурова и сказала, Валя, какие стихи ваши потрясающие. Вот какие необыкновенные, откуда, какие стихи. И мне цитируют то, что я никогда в жизни не писал. Угу. Это в интернете. То есть не только гадости по поводу вам чего? Вы какой молодец. А там про конфликт России с Украиной. А, ну да. Я, значит, есть. Какой-то, я да, ругаю да. свою собственную страну, да, называю... Да, да. Это не ваше. Гнилью. Да. Это да, президент, что-то... это да что же это за безобразие? Угу. Не потому что я, ах, как испугался... И мне стыдно про это говорить даже. Но написано моя фотография и Валентин Гафт. Да, это ходит по Фейсбуку, тиражируется очень напишет сильно. Напишет что-нибудь, и написано Гафт. Мерзость. Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».